пожалуйста. Давайте повеселее, приготовились и начали. Дублёры куда? Меня зовут Бек Хамраев, я работаю кинооператором и болею за футбольный клуб «Локомотив». Снимаем утепление, приготовились к съемке. Быть оператором – это воплощение моей мечты. Меня в детстве пригласили сниматься в кино, и я там через неделю понял, что у меня вот операторская группа, камера, свет намного больше и интереснее, чем сниматься самому. И в дальнейшем, когда я уже снимался там 2-3 года, я снимался только ради того, чтобы быть в атмосфере кино и техники. И мне даже вот в детстве, если я, например, помою камерваген, где находится камера, мне давали там хлопушку снять. Я как бы практически с самых первых дней привязался и раздражал операторскую группу, потому что я крутился вокруг них. Обычный зритель, он видит результат на экране или по телевизору. Но за этим результатом стоит одна большая команда. Очень важна слаженность этой команды. От всех зависит то, что сейчас будет на изображении. То кино – это дело коллективное. Этот организм, который живет, он абсолютно похож на футбол. Потому что мы видим всего лишь 11 игроков и тренера. А за этим стоит очень большой коллектив. Работа в кино, она практически круглосуточна. У меня не получается посещать игры. И даже очень редко получается посмотреть по телевизору. Поэтому я такой айфоноболельщик, можно сказать. Готовить аккумулятор, заряжать, чтобы, понимаешь, сегодня там «Локомотив», это, что надо наушники приготовить, отсюда вывести, чтобы никто не видел это все там. 1-0. Было? Забили? 0-1. Да. Матч еще не окончен. Не, ну я понимаю.